Добрые молодцы! Красные девицы! Масленица – традиционное гуляние, которое отмечается в неделю перед Великим постом. В обрядность этого праздника входят некоторые элементы славянской мифологии. Праздник символизирует так называемую границу, разделяющую зиму и весну. Дата Масленицы плавающая и меняется каждый год в зависимости от даты празднования Пасхи. В это время принято устраивать традиционные народные гуляния с наряженным чучелом, катанием на санях, блинами и танцами. В Щелковской школе номер 1 около 100 детей собрались для того, чтобы от души повеселиться в честь такого события. Дети у нас очень активно готовятся к этим мероприятиям, несмотря на свой столь юный возраст. Мы все видели, как они участвуют в конкурсах, танцуют, пляшут. Помимо школьников, в красочном анимационном шоу поучаствовали и совсем маленькие гости, пришедшие из детских садов номер 22 и 59. Дети достаточно глубоко изучают, откуда этот праздник пошел, почему мы едим блины, как оказалось бы, потому что для них пока поедание блинов – это развлечение, это удовольствие. Вот. Но чтобы понимать все традиции, мы стараемся немножечко глубже открыть эту тему. Ребята, расскажите, что за праздник вы сегодня празднуете? Масленицу. Вам нравится этот праздник? Да. А что вы сейчас делаете? Блины. Как вы думаете, почему именно блины надо есть в Масленицу? Потому что у нас солнышко. Желают вам веселой масленичной недели. Мария Буржинская, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».